Кровавые вороны, у меня есть важное послание для вас. На этот раз мы вырвали победу из цепких рук противника, хоть и ценой значительных сил второй и десятой роты. Но недавние события на Каурае 4 пробудили во мне старые воспоминания. После поражения нашего ордена в системе Каурава я прибыл на место гибели капитана Эмерика Борина. Я видел его окровавленное мертвое лицо, оно источало сожаление. И сейчас я чувствую то же самое, что и он тогда. Мы нашли реликвию и доставили на нашу крепость монастырь, но вновь в этой чертовой системе гибнут наши братья. Я принял решение. Как мы знаем, силы имперской гвардии одержали победу в системе Каурава, но спокойствие там продлилось недолго. Я и мастер Апотекариона направимся туда на постоянное базирование силами 4-й и 5-й роты Кровавых Воронов. Ответственным за кампанию на Грае я оставляю главного Гидеария. Вербовкой Апотекария в Орден займутся капитаны рот. Мое отбытие временное, и я не оставляю пост магистра. Я вернусь, когда последний Кровавый Ворон, павший в системе Каурава, будет отмщен.